Доброе утро! Выглядеть эффектно в облегающем платье и ловить на себе восхищенные взгляды легко. Проработать все группы мышц и подтянуть тело сегодня нам поможет вот этот гимнастический мяч. Итак, становимся на четвереньки. Мяч зажимаем под коленом. Спина прямая, без прогибов в пояснице, и начинаем работать. Поднимаем согнутую ногу вверх и одновременно вытягиваем противоположную ей руку. Возвращаемся и поднимаем руку и ногу уже в сторону до параллели с полом. Удерживаем мяч, сохраняем равновесие, подтягиваем пресс и не напрягаем шею. Теперь остаемся на четвереньках, только приподнимаем колени от пола. Одна нога опорная, а вторая по-прежнему удерживает мяч. И теперь подтягиваем колено к груди, приподнимаем таз и округляем спину. А затем делаем мах ногой назад и слегка прогибаемся в спине, только теперь динамичнее. И для последнего упражнения на сегодня лежим на спине, ноги согнуты, руки вдоль корпуса, мяч под стопой, приподнимаем таз и выкатываем мяч, выпрямляя ногу. Возвращаемся и опускаем таз. На подъеме ягодицы сжимаем, пресс держим в напряжении и не теряйте мяч. Не ленитесь, результат того стоит. Стройной можно сделать любую фигуру. Желаю вам отличного дня, и пускай спорт станет вашей хорошей привычкой.